Но некоторые функции я обязательно после мероприятия об этом сообщу. Мы их будем с вами... Ах, господи, мы их с вами доработаем, да, на новой неделе. Бесспорно, ваша обратная связь проведет нам, поможет нам очень сильно. Это даже не обсуждается. Но я уверен, что наши клиенты уже сейчас по достоинству могут оценить то, что есть в принципе. Уже сейчас. А у нас есть раздел обучения. Обучение мы, соответственно, пообщались с командой в достатке, решили, что нам нужно идти рука об руку, сделать так, чтобы клиент долго не искал весь материал. И, Дмитрий, здесь ваше, по-моему, тоже видео, если память не изменяет. А теперь любой человек может прямо внутри кабинета сразу в разделе обучения все, чтобы в достатке самое мощное, свежее, самое продуктивное, полезное, и от А до Я, да, ну, мне кажется, уже обзор работы сканера точно... Надо переписать, Дмитрий. Точно переписывайте однозначно, да. Установка расширения нового, один клик, точно то же самое, да. И примеры вилок тоже, сейчас мы по ним пройдемся. Если вы нажимаете, посмотрели первое видео, окей, хорошо, объяснили, следующее видео, и спокойно прям все внутри одного кабинета. Этого действительно не хватало, тоже очень удобно. Курс арбитражного трейдера, пожалуйста, прям вуаля, внутри кабинета. Итак, это что касается сканера, но это не все. Значит, мы говорим о том, что, господи, а как быть тем, кто, точнее, как теперь быть, да, 40-долларовый пакет, лайвы, комбо и многое другое. Я подумал достаточно долго и понял, что мы можем дать функционал. А ведь это не весь функционал, Дмитрий. А теперь давайте немножко пройдемся. Я добавил возможность с разработчиками. Значит, все говорят, 237%, какая печальная вилка. Только эту вилку можем вскрыть. Все с участием Леона, да, и вот этой вот команды. Все с участием Бовина, Леона и так далее. То есть, нет, я не хочу видеть только... Все, этой вилки нет. И эту вилку я не хочу видеть. А вот это вообще какая-то ошибка, походу, у 1х ставки прям, или у Бовина вообще печальная. Все, закрыл Бовин. Не нравится. Хочу вот теперь у Леона закрыть тоже. Тоже не нравится. Могу хоть весь матч закрыть, в том числе. Нет матча. Это же просили люди. Ну, частично было реализовано, но сейчас значительно удобнее. Ну, господи, взяли за голову. Нет, я не хочу этого, я там что-то забыл. Ладно, забыли, ничего страшного. Что там вам отменить? Давайте матч вернем обратно. Вуаля. И опять. Ну и, Сергей, если я правильно понимаю, вот вы установили настройку скрыть этот матч, и все, то есть он все будет скрываться всегда, да? Не, пожалуйста, вот ее нет просто. Я говорю, мы переписали полностью весь портал вилок. Нет этого больше. Забудьте про старые скрипты, которые через меньше, чем через час уже будут удалены полностью. Все только новое, тотально новое. Скорость обновления информации. Ну вот посмотрите, совсем другая скорость подачи. 27 миллисекунд, 190, вот поиск. У нас обычно было 800, 700, сейчас 180 миллисекунд. Мы постоянно выдаем вам только актуальное, все самое качественное, постоянно. Мы переписали, это не все, это не самый конец еще. Понимаете? Только старт. И вот такой момент, он, конечно, находится в функционале, и вы это будете видеть при приобретении пакета, это тоже будет показано. Это не все. Вот вы видите кучу вилок сейчас. Пойдемте в лайв. Я, если честно, не очень понимаю, почему здесь сейчас нет лайвов. Может быть, потому что сейчас идут работы, и их нет. Да, может быть, а может и нет. Сейчас мы решим, почему у нас при матче есть, а лайвов нет. Это интересно, конечно. Я посмотрю. Что у нас? Так, нет. Лайвов сейчас тоже нет. Но неважно. Вот, например, есть куча вилок. Даже на прематче посмотрим. Мы вот открыли, и, как правило, вы привыкли, да, что вилки бегают. Правильно на экране, Дмитрий? Есть такое? Вилки бегают? Да. Думаешь, ну а как? Как мне хотя бы... Вот эта вилка такая красивая, предположим, я ее хочу. Ну ладно, нажимаете вот сюда, вот все. Внизу все вилки будут меняться, это ваше постоянно будет на экране. Называется функция «Избранная вилка». Она с открытым калькулятором, если меняются данные и внутри в том числе, везде. Коэффициент изменился. Ага.
Все чуть-чуть не доработали. Коэффициент изменился на 1,2, предположим. Но меняет, дружочек. Не поменяет. Да, мы еще чуть-чуть здесь, вот чуть-чуть не доработали эти моменты. Поменялся коэффициент, меняется цифра. Это в лайве прям пристально видно. Не хочу эту вилку избранной. Хочу вот эту вот, 6,13. Все, 6,13 поднялось наверх. Дальше. Клиенты говорили, удобно? Избранная вилка. Есть тоже на некоторых только пакетах. Чем она удобна? Вы следите стабильно за коэффициентами. Никуда ничего не пропадает. Потом клиенты говорили, они, значит, поставили округление, у них там, предположим, 1000 рублей, ставят округление 100 и говорят, почему я открываю вилку, у меня минус 100% постоянно. Ну, конечно, так ты округление такое поставил, дружочек. Что ты хотел? Ты ставишь округление огромное и при этом хочешь, чтобы у тебя, у нас каждую секунду обновляются данные, и хочешь, чтобы у тебя была правильная вилка. Мы этот момент тоже продумали и вот что сделали. Вывели вот сюда вот процент. Видно, да? Если, давайте сейчас остановим, кстати, так, наверное, будет даже доступнее. Вот вы говорите, у нас меняются данные. Почему меняется, не меняется? Непонятно. Вот вы говорите, что у нас меняются данные. Окей, не вопрос. Мы вам просто сделаем вот что. Мы по факту выведем вилку, которая есть по формуле 6.13. А когда вы какие-то данные заводите, или ваше личное округление для каждого букмекера, да, исходя из профиля, мы вам будем показывать, какой процент у вас вилки здесь будет. Удобно? Удобно. Иногда люди задают вопрос, ну как, я же вот открываю вилку, а она у меня вместо 3 резко становится 1,5. Почему? А, из-за округления. Б, мы с вами согласны. Мы еще не до конца закончили ту технологию, поэтому решили, что сделаем вот таким способом. Я уверен, что это намного проще и намного доступнее. То есть ты открываешь 6-процентную вилку и видишь для каждого плеча свой конкретный процент, который ты заработаешь. Очень точная, тонкая механическая обработка информации, если это требуется, в том числе и профессионалам. То есть мы это тоже учли. И вот эта функция, тоже повторюсь, на некоторых только пакетах. Если память не изменяет, она от 100 долларов идет, если память не изменяет. Но она особо сильно играет свою большую роль именно уже в лайвах. Дополнительные вилки. Да, то есть вы не успели выставить плечо, бывает такое, вы не успели выставить второе плечо, бежала, нажимает дополнительные вилки, она вам показывает по этой же игре всех БК, исходя из вашего фильтра. То есть если вы здесь в фильтре выбрали, к примеру, 5 букмекеров, он покажет вилки с другими, в том числе, где вы, у вас уже есть деньги, вы авторизованы. Ну, люди в чате понимают, о чем идет речь, я надеюсь, да, ведь? А, Сергей, на самом деле, вот этот вопрос, который вы сейчас только что показали, не зная его, задал, ну, не соврать, человек 10. И есть ли дополнительные вилки? Да, чтобы сделать так, что если одно плечо закрыл, чтобы предлагались альтернативы в других конторах перекрыть его. Пожалуйста, готово. Любой процент выбирайте, выставляйте. Так что, что бы вы ни говорили, я же вам сказал, это заключительное обновление сканера Тики в этом году. Но только в этом. Здесь все продумано, все просчитано. Надо учиться, иди в фак, обучайся там. Скоро будут более детальные инструкции, ну и многое-многое другое. Итак, да. По поводу лайва, Сергей, сейчас зашел на MyScore, там буквально 5 матчей чемпионата Албании, вполне возможно. Может быть, потому что у нас еще работы, тоже может быть. У нас есть тоже один огромный, конечно говоря, плюс. В общем, я к чему? Дополнительные вилки, они есть тоже сейчас везде, все лишнее убрано, ничего вам не будет мешать, пожалуйста, используйте как хотите. Любые валюты, что угодно для наших клиентов мы добавим. Вот честно, мне очень нравится избранная вилка. Вот просто невероятно сильно нравится избранная вилка. Чем? Ну, я больше не бегаю никуда. Все, вот она у меня висит здесь. И пусть висит. Прям вот красота. По ней выставляю, как хочу, сколько хочу. Проверяю качество сканера, проверяю актуальность. Плохая вилка. Вы думаете, вы нажали на глаз и все? Нет. Вы нажимаете на глаз, мы видим аналитику того, что именно происходит с конкретным матчем. Если он неправильно связан, мы отправляем это все на просмотр нашему аналитику. Он пересвязывает события. Тотальный контроль материала там внутри намного выше, чем даже то, что вы получили сейчас на экране. Мы черновой работы проводим в огромных объемах. Только Господь знает, сколько это материала, который ребята проводят каждый день по рабочим позициям. Да? Вот, пожалуйста, значит, это все у нас уже готово. Ну что,
Идем далее. Да? Повторюсь, сейв вывел, просто так было неудобно, наконец-то оно здесь находится. Что у нас там было дальше, Дмитрий? Так. Что? Дальше, если по обновлениям, ожидания сервиса аналитика. Сервис подождет, сейчас мы поговорим о расширении, кстати говоря. Значит, расширение, новое расширение выйдет, по словам программистов, через 10 дней где-то, через 7 мы его получим, 3 дня надо потестировать ручками то, что, и предоставим вам. В этом расширении у вас будет возможность в один клик совершать сразу в двух букмекерах при ручной торговле тоже пари. Вы просили, я услышал, мы услышали, в принципе. Поэтому поздравляю. Теперь в один клик, там, примерно, на Enter вы сможете, если все правильно, в приматче и в лайве забивать свои данные и вперед. Расширение полностью наше. Пусть больше не говорят, что мы где-то что-то копируем. Вообще весь интернет все копирует друг у друга. Но не важно. Мы переписали полностью, улучшили, ускорили. В лайве это особенно сильно будет заметно по тем конторам, которые медленно открывались. Ну и вот такой функционал мы тоже сюда добавили. Повторюсь, расширение для ручной торговли выйдет в районе 10, я ожидаю на самом деле 14 дней для основных контор, которые мы сегодня с вами используем, да, и Б, соответственно, остальные конторы тоже будут описаны за следующие, я думаю, 2-3 недели в том числе. Почему я сегодня не выдаю вам совсем новое расширение наше? Потому что там есть доработки, которые нам необходимо сделать, в том числе и по экспрессу. Есть тонкие моменты, которые мы прорабатываем, и не просто выставить пари. Мы собираем логирование, анализируем данные и так далее, потому что мы ведем, и сейчас уже ведем, вплоть, тестировщики тоже об этом даже не знают, мы ведем очень большое логирование информации, то есть сбор данных, для того, чтобы правильно все контролировать. И видеть, у кого какие у вас есть проблемы, чтобы без вас их уже решать. То есть для нас это принципиально важный момент, потому что мы собираемся выпустить сегодня продукт, экспресс, вот сегодня же именно. И при этом работать над ним еще больше, не покладая рук, нежели за последние 2-3 года. Ну, в моем случае в июне будет 4 уже. По расширению тоже услышали. Может быть, есть вопросы, которые вы могли бы, скажем так, оповестить вместо людей по поводу расширения? Ну, блин, на самом деле... То, как работает расширение с каждым обновлением, как оно улучшается, то есть, ну, никаких там лишних слов говорить не надо, да, то есть оно улучшается, и действительно, я прекрасно понимаю, как у букмекеров меняются кодировки страниц, они могут меняться чуть ли не каждый день там, да, и действительно есть титаническая работа в этом плане, поэтому, ну... Знаете, люди привыкают обычно, что, ну, так вы же сделали один клик, что, ну, работает и работает, да, то есть, что за этим стоит, многие не понимают, ну, и тут... Да, к сожалению, не понимаю. Кроме как благодарности за то, что это поддерживается, это и еще успевает улучшаться, ну, я тут больше сказать ничего не могу. Ну, я на самом деле не против, потому что мы сами же балуем, да, мы не против, мы растем благодаря этому. У нас наша дисциплина растет. Самое главное не деньги в кармане, а то, что в мозгах у тебя накапливается. Я думаю, это важнее всего сегодня, в принципе. Это очень важно. Что касается расширения, еще добавлю.